Привет-привет, всем привет. Чё делаешь? Приехал вот на 5 минуток. Аришка сказала, приготовила еду. Вот я приехал покушать быстренько и дальше поеду. Сегодня насыщенный денек. Привет-привет-привет. Пару вопросов давайте. Салам-салам, привет-привет. Вот. Насыщенный денек. Сегодня был на кухне с утра. Снимали мы сегодня видео для канала Аюба Магомадова, боец есть такой, который кушает нашу еду, поэтому снимали, будет скоро видео. Вот, еще по делам помотался и приехал, сейчас перекушу и в зальчик. Ты отдыхаешь? В смысле? Так, что в перископе из одной комнаты все время? Ну, потому что в машине у меня плохо ловит интернет почему-то. Вот, и я не выхожу из машины. Иногда только. Вот, а здесь я вот перед телевизором жду еду, когда мне принесут. Вот поэтому здесь выхожу. Так, ноги 2 раза, тренишь в неделю. Сейчас, да, 2 раза. Иногда бывает 3. Привет с города на Неве, привет-привет, постоянно в делах. Да. Креатин нужно принимать перерывами или нет? А можно на постоянке. Самое главное, это без загрузок и без вот этих схем, да, которые уже устарели. Главное, это ровный фон креатина. Что качать сегодня будешь? Икры плохо растут, что посоветуешь? Я буду качать грудь сегодня и икры как раз-таки. Икры лучше качать разика 2 в неделю, по 20 раз, не меньше. И самое главное, растягивать между подходами и полная амплитуда. Я сниму про это выпуск, потому что очень много про икры спрашивают. Сколько у тебя приемов пищи в день? 6 плюс протеин, либо 2. Поэтому итого 7-8. Так, какая у тебя машина? Свою Спокохотский, хороший тренер. Не знаю, не тренировался у него. Сколько упражнений на икры делать? 2 за раз. 2 упражнения за раз. За одну тренировку. Что делать при боли в плечевом суставе? Прежде всего выяснить характер боли. Сделать МРТ, посмотреть, в чем дело. Надрыв, растяжение, в чем дело. И уже принимать отсюда методы лечения и профилактики. Это может быть и мази, это может быть и разогрев хороший перед тренировкой. Это может быть походы к мануальному терапевту, который может вам, у вас связка просто закрутилась за сустав из-за того, что из-за всяких жимов за головы это бывает. Вот, поэтому эту проблему может быть решит мануальный терапевт. На кого учиться пойдешь? С финансами связываюсь, с финансами, в общем, связан будет факультет. Потому что я хочу в этой области немножко. Так, съезди к Ваньке Ульянову, потрените вместе. Возможно. Выступление планируешь? Пока не планирую. Пока нет. Как нормализовать свой день, графики, быть в ритме и в тонусе? Ну, во-первых, надо вставать пораньше и выезжать из дома пораньше. Вот. Когда ты сидишь дома, тогда день как-то он проходит очень быстро. Ты ничего не успеваешь. Кистевые спандеры. Нужная штука. Ну, я не использую, хотя, может быть, и неплохая штука. Вот, потому что я все беру руками, без кистей. Поэтому кисти и так тренируются на тренировке, когда ты берешь штангу или гантели. Сколько ты спишь в день и спишь ли днем? Вот сегодня, к сожалению, не успею уже поспать. А вообще часок люблю в день поспать днем. Полезная вещь. Вот. А сколько я сплю? Часов 8-9 сплю. Какой вес сейчас? Сейчас еще вот я после январского отдыха не очень восстановил вес. Сейчас порядка 115.
Как там, Андрей, что там? Во сколько лет лучше начинать выступать в бодибилдинге? Годиков, наверное, в 21 пробовать, чтобы по юниорам можно было что-то попробовать силы. Если уже нет, то неважно. Неважно когда. 25-27. Это возрастной вид спорта, поэтому можно хоть в 40 прийти выступать. Так, продублируйте вопросики, а то его проскакали. Рост 173. Эффективна ли аптечная фарма в бодибилдинге? Смотря какая. Биграми вопрос задал. Тебе ли не знать? Получи про карту и потом видео. Чего с ним? Чего? По-моему, ты что-то там снегативил, парень, да? Можно ли употреблять просроченный на месяц протеин? Я думаю, да. Ничего страшного с ним не будет. Так. О, спасибо, Зайка. Сейчас я на поднос, а то там Да, оставь, сейчас я подойду на кухню, поем. После подтягивания сводит по плечевую брахиалис, выход. Говорит о том, что ты нагрузка у тебя в основном падает не на широчайшие, а руками ты тянешь. Вот, поэтому выход какой? Хват менять и закачивать все перед подтягиваниями в гравитроне либо в верхнем блоке. Нет, негатива нет, получи про карту и потом займись бизнесом. А почему именно так? Почему именно так? С чего ты решил? Возможно, это твой жизненный путь будет таким. Для меня про карта это не какая-то цель. Это не какой-то рубеж, которого надо достигать. У меня свои цели в жизни, свои мечты. Вот, поэтому я иду своей дорогой. Но за совет спасибо. Курил когда-нибудь? Нет. Слинг решает застой в жиме? Не думаю. Фанаты хотят увидеть тебя на сцене. Вот это я понимаю, да. Вот перед всеми фанатами, конечно, низкий им поклон. Вот, и ради фанатов я обязательно подготовлю к соревнованиям, но пока что, я же говорю, у меня соревнования не стоят в приоритете, потому что очень много у меня событий в жизни происходит, которые я явно не хочу сейчас разменивать на подготовку на соревнования и так далее. Вот, то есть я тренируюсь, прогрессирую. Всегда нахожусь в форме и помимо этого делаю еще миллион дел. И меня это очень радует. Общаетесь с Лисуком, готовится он сейчас. Нет, Леша сейчас отдыхает. Отдыхает и будет отдыхать пока что. Ему нужен отдых. Сейчас просто для себя занимаешься. Ну, как сказать, просто для себя. Во-первых, я уже не знаю, как не заниматься. Вот, я всегда занимаюсь. И для себя, не для себя. Просто я по-другому уже не умею. Так, у вас классная жена, да? Выбирал. Что скажешь про анализ отношения омега-3 к омега-6? Нужен? Ну, конечно, нужен. Если омега-6 зашкаливает, то, ну, как правило, это бывает. К омега-3, то это плохо. Это значит, уже токсичные для организма процессы идут. Иди ешь. Иду. Уже пора. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Что думаешь про клен или клен? Клен. Твои прогнозы на 2016. Что будет с Россией? Твое субъективное мнение. Ну, тяжелые времена будут. 2016 будет еще тяжелее, поэтому
в таком же темпе мобилизироваться и развиваться, не сидеть на жопе ровно и что-то предпринимать, крутиться. Именно поэтому я, отчасти поэтому, да, я и не могу просто так уйти на подготовку, потому что золотое время, в которое надо работать, развиваться и так далее, клен бутерол. Я понимаю, о чем речь. Вот, мне его просто немножко сейчас жалко упускать на просто подготовку. Вот, поэтому пока так. Вот. А что будет? Ну, будет тяжело. Курс будет, курс доллара будет также высокий, будет еще выше. Это 100%. Вот, поэтому ничего хорошего не будет, но в этих условиях нужно собраться, всю волю в кулак, как говорится, собрать и работать. И работать, развиваться. Только так. Сколько грамм углей на кило веса нужно? В зависимости от целей. Набор, сушка, что ты имеешь в виду? Кто ты? Вообще любой кризис его стоит с точки зрения, знаете, негативной и позитивной, да, точки зрения. Так вот, с точки зрения позитивной, это время для таких идейных ребят, это время возможностей, поэтому на массушку 3-4 грамма. Привет, привет. Привет, во сколько лет у тебя был первый курс? Просто видел фотографии детства, ты уже там был небольшим. Нет, я маленький всегда был. Сегодня проснулся, встал, говорит, думаю, что за херня, может. Так, многие атлеты не будут выступать из-за кризиса. Значит, по поводу тумана в голове. Где живешь, скажи? Потому что сейчас, вот особенно зимой, кислорода не хватает, поэтому голова кружится. Вот, такой совет всем, гуляйте больше на улице, больше свежего воздуха всегда. Вот, в Москве, видишь, то есть больше гуляй, в парках гуляй, потому что это очень важно, это очень важно. И кардио не забывайте делать, даже если вы набираете массу. Пропустишь ли ты тренировку, если плохо себя чувствуешь? Ты имела в виду, ты что-то так вопрос подстроила, переформулирую, я тебя не понял. Так, и по поводу кризиса, вот мне вопрос понравился. Из-за кризиса будут ли, типа, ребята пропускать сезон? Нет, не будут, потому что все, кто готовится, практически все, они готовятся на последние деньги или занимают где-то, или их кто-то спонсирует, вот, поэтому я сам помню, как я готовился. Вот. Я готовился всегда на последние деньги, мне все равно было, да. То есть я не планировал там как-то, не был дальновидным, да. Я жил, грубо говоря, вот сегодня есть там на куриную грудку и хорошо. Вот. Поэтому все будут готовиться, несмотря на кризис. Вот. Поэтому это все чепуха. Другое дело, что далеко ли с этим уйти? Вот это другой вопрос. Где можно посмотреть твои программы тренировок? Ну, отчасти в Телу Время, это все мои тренировки. Отчасти вот в моем новом проекте «Мы с Коромой» я тоже буду.